Подобная ситуация в настоящее время происходит во всех территориальных налоговых инспекциях города. В последние дни января рязанцы в массовом порядке пошли оформлять ИНН. Причиной ажиотажа стали изменения в правилах проверки формы 2 НДФЛ, которые ввела в 2016 году Федеральная налоговая инспекция. Нововведения заключаются в том, что от налоговых агентов больше не принимаются справки, где не указан ИНН или вместо него приведена произвольная последовательность цифр. Поэтому работодатели потребовали от работников предоставить ИНН. Срок для предоставления информации на многих предприятиях дали весьма короткий – до 1 марта. Компетентно хочу заявить, что наличие ИНН в справке 2 НДФЛ является необязательным реквизитом, поэтому справка может представляться и без ИНН. Что же из себя представляет, собственно, свидетельство о постановке на учет? Это документ, содержащий информацию об ИНН, а также подтверждающий факт постановки на учет физического лица в налоговом органе по месту нахождения. В случае изменения местонахождения свидетельство не меняется. Таким образом, со временем данные, которые отражаются на этом листе бумаги, теряют свою актуальность. Справедливости ради стоит отметить, что столпотворение горожан в отделениях налоговой инспекции – дело рук сотрудников бухгалтерии, тех предприятий, на которых они трудятся. По сути дела, на фоне сезонного пика заболеваемости такой ажиотаж ни к чему. Ведь и заветные цифры ИНН, если он у гражданина имеется, узнать можно другими способами, не простаивая в очередях. Во-первых, на сайте Федеральной налоговой службы представлен сервис «Узнай свой ИНН». В случае указания фамилии, имя, отчества и паспортных данных, любой гражданин может узнать свой ИНН. Это первое. Во-вторых, сведения об ИНН указываются на налоговых уведомлениях, направляемых в адрес налогоплательщика физических лиц, а также иных документах, направляемых налоговым органам в адрес налогоплательщиков. То есть информацию об ИНН гражданин может получить и другим совершенно доступным для него простым способом и предоставить данные в бухгалтерию, если это необходимо для ведения бухгалтерской отчетности и начисления заработной платы. Если же ИНН не был оформлен, вам все-таки придется написать заявление на его получение в филиале налоговой службы по своему месту регистрации. Чтобы не отстаивать очередь, можно записаться на прием онлайн на сайте налог.ру. Оформляя онлайн-запись, вы сможете выбрать подходящий для себя день и время. Вам тут же будет дан номер кабинета и окошко, в коткотором вам будут оказаны услуги. На 6-й день после подачи заявления вы сможете получить свидетельство с номером. Записаться на получение ИНН можно также онлайн. По словам сотрудников налоговой инспекции, очереди из тех, кто оформляет ИНН, у них в настоящее время несколько поубавились.